Девочки, всем привет! Решила доснять видео про распродажу от Надюшки. Большинство вещей, которые я выкладывала в предыдущем видео, уже разобрали, но я решила продать еще несколько вещей, поэтому решила доснять заодно то, что осталось, чтобы вы посмотрели. Здесь появились некоторые новые вещи, про которые я в прошлый раз просто забыла. Итак, значит, осталась вот такая вот толстовочка 86 размера от Baby Go. Внутри она такая вот тепленькая, утепленная на молнии с капюшончиком, на капюшоне внутри хлопок. Значит, дальше остались вот эти вот штаны непромокайки от Baby Go. Тоже размер у них 80, вот такие они сзади и такие спереди. Значит, штаны вообще практически новые, мы их буквально одевали пару раз. Так, дальше остался джинсовый сарафанчик от Smig. Он, если не ошибаюсь, да, он 80 размера. Вот такой вот симпатичненький, простой, из тоненькой джинсы сарафанчик. Дальше вязаная кофточка нежно-розового такого цвета от Baby Go. На размер она идет тоже 80 сантиметров. Вязаный такой кардиганчик. Дальше еще вот такой вот лонгсов я нашла, он нам тоже уже мал. Плотный такой хлопок с симпатичными такими совушками. Blue 7 покупал я в детском мире, размер у него 80, 12-18 месяцев. Так, ну и теперь новые вещи. То есть решила я продать наш такой зимний комплект от Реймы. Мы носили вот этот комбинезон, он привозной. Нам его привозили из Германии. Значит, комбинезон размера 74, но вы знаете, что Рейма реально очень сильно больше мерит. Он на размер 80 идет свободно, даже до 84 где-то сантиметров, до 86, потому что вот Надя сейчас уже все вещи носит на 86, он ей еще в самый раз. Но так как я купила новые уже комбинезоны, с ним уже мы будем прощаться. Значит, вот такой шлем от Зары. Внутри он хлопковый, не очень он такой сильно прямо теплый, но вот комплектик с этим комбезом я его отдаю. Так, значит, осталась дальше вот эта вот шапочка от Мазыки, такая вот осенняя. Остались две пары новых из Токмана ретузиков. Они на размер идут 80-86, значит, 80 вот написано, но до 86 это примерно они вот так вот, на 86 уже чуть маловаты. Одни такого брусничного цвета и вторые такие темно-синие. Комбез сейчас поближе я покажу. Дальше классные такие кеды в идеальном состоянии от Зары. Вот такие вот. Сверху они замшевые. Размер у них 20. Вот такие вот кедики. Дальше ботиночки от Котофея, тоже они ортопедические, внутри и снаружи кожа, по всем правилам, жесткий задник, внутри супинатор, 20 размер, у них, сразу предупреждаю, чуть-чуть, вот видите, прям буквально немножечко сбит вот этот, ну, один носик, но ребенок начинал ходить, поэтому чуть-чуть все-таки она их сбила, а в остальном со всех сторон они просто в идеале. Вот такие вот ботиночки 20 размера. Значит, дальше тоже как бы к комбезу такой вот теплый воротничок от Лэйси. Внутри он на флисе. И здесь такой вот вилсофт. Вот этот вот. Такой вот он на липучечке. Очень удобный. Так. И теплые варежки. Их я покупала в Спортмастере. Теплые. Очень удобно одеваются, потому что они здесь на молнии. И внутри они достаточно плотные и тоже такие мягенькие. Тепленькие варежки. Так, значит, сам комбез. Комбез, значит, как видите, вот показываю штрипки, видите, у него практически в идеальном состоянии. То есть они особо нигде не потрепаны, не порваны. Комбинезон этот, меховая попа. Он, сейчас я вам покажу. Так, сейчас. Значит, у него там, где в зоне попы, дополнительное утепление. Вот эти модели у них называются меховая попа. Видите, вот здесь вот внутри на попе дополнительное такое утепление. То есть, если ребенок плюхается на попку, чтобы было тепло. Значит, возможно к нему, как на любую рейму, вовнутрь встегивать поддеву. Капюшончик на флисе.
яркий такой достаточно комбез, такой вот гномик, интересная очень расцветка, неизбитая для девочки. Вот такой вот, видите, реймы, черный с красным, очень классный комбез. Где-то, наверное, я так скажу, наверное, до минус 10, минус 15 с поддевой он идет. Вот, когда уже было сильно холодно, мы в том году носили кэри. А этот вот очень хорошем состоянии, вот такой вот комбинезончик. Так что, кому понравился, пожалуйста. Это Надя тут выключила мне свет. Значит, все пишите ВКонтакте. Сейчас откину, значит, оставлю вам ссылочки под видео. По опыту все прошлые вещи, практически все, особенно куртки, у меня ушли в первый день. Что тут у тебя случилось, Надюшка? Что такое? Киська тебе бобо сделала? Ай-яй-яй, киська. Надюшка тут вот в новом комбезике. Вот Картерс, который тоже к нам пришел флисовый. Так вот, значит, кому понравился комбез, самое главное, ради чего я выкладываю это видео, пишите, наверное, быстрее сегодня, потому что в прошлый раз в течение 2 часов все практически разобрали, забронировали. Кому понравилось видео, ставьте пальчики вверх, свои контакты, ссылочку на страничку ВКонтакте и почту на всякий случай оставлю под видео. Всем большое спасибо, всем пока-пока.